Администрация округа объявила ежегодный конкурс на новогоднее оформление фасадов витрин торговых залов. Несмотря ни на что, атмосфера в округе должна быть праздничной. Предпринимателям рекомендуют использовать современные декоративные световые системы, сетки, гирлянды, специальный дождь, электронные салюты. Украсить новогодней символикой, фигурами Деда Мороза, елями предлагается и прилегающие территории. Завершить работы нужно до 1 декабря. Затем будут подведены итоги конкурса в номинациях «Лучшее оформление торгового центра», «Предприятие торговли» и общественного питания.